Юлия Петрушина, актриса Саровского драматического театра, знакома зрителям и своими режиссерскими работами. Самые маленькие саровчане и их родители могли побывать на ее спектаклях «Не хочу быть собакой» и «Про Петсона и Финдуса». И вот, наконец, Юлия представляет саровчанам новую работу – «Полианну», спектакль по книге Эленор Портер. Рассчитана она уже на ребят постарше. Этот спектакль родился, ну, из моих таких мечт и желаний о том, что ребенок может раскрасить мир взрослых, и в каждом взрослом есть ребенок, но у многих он сидит где-то глубоко, и я думаю, что этот спектакль поможет или просто натолкнет на мысль, на какие-то внутренние ощущения взрослых людей, что в них тоже есть этот ребенок, и они его как-то вытащат наружу. Книга, по которой поставили спектакль, вышла в далеком 1913 году и пережила уже несколько экранизаций и постановок. Многие из нас читали это произведение в детстве, так что сюжет для большинства зрителей не станет тайной. В центре истории 11-летняя девочка, ставшая сиротой и попавшая в дом своей тети. Справиться с невзгодами, выпавшими на ее долю, Поляне помогает игра в радость, которую они придумали спокойным отцом. Там действительно подняты очень острые темы. Мы их постарались сценически решить так, чтобы взрослые и дети посмотрели на какие-то жизненные ситуации, происходящие в их семье, может быть, со стороны. И при обсуждении дети смогли бы сказать о тех проблемах, которые их внутренне волнуют, родителям открытым текстом. И хотя действие в первоисточнике происходит в начале прошлого века, авторы спектакля не привязывались ко времени. Ни по костюмам, ни по оформлению практически невозможно понять, из какой они эпохи. Акцент создатели старались сделать прежде всего на том, что происходит в душах и сердцах героев. Главную роль в «Поляне» исполнила Мария Раздобарина, молодая актриса, которая присоединилась к труппе нашего театра только в этом сезоне. С приходом Маши она попадает в этот спектакль, потому что ее органика яркая, взрывная, энергичная, как дети сейчас – мне кажется, и она в этот спектакль принесла именно то самое безвременье. Она будет нашей девочкой, которая как будто ее выдернули вот с улицы и закинули к нам. Мне кажется, она очень современная, очень открытая. Спектакль есть в афише ноября, декабря и января. Билеты можно купить на сайте Саровского драматического театра для зрителей старше 6 лет. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.